Бэби-бум в зоопарке. В первых солнечных лучах купаются маленькие хорьки. Одна самочка подарила зоопарку более десятка щенят. Они пока еще находятся в клетке, но совсем скоро найдут свои дома в других зоопарках или даже в частных руках. Животное такое, которое хорошо приручается, поэтому с этими хорьками есть даже такой вид спорта – охота на кроликов с хорьками. Да. Животное, в общем-то, по своему интеллекту незначительно уступает собаке, поэтому, в общем-то, пригодно для содержания в домашних условиях. Богатый приплод подарили зоопарку и две самки на сух. Свои первые шаги уже делает же ребенок лошади Пржевальского. За мамой прячутся котята льва. Сотрудники зоопарка по ряду причин их пока что не показывают. Львы еще совсем маленькие, мы пока, даже это плохая примета, даже сейчас пока их показывать там, и вообще говорить о них. Поэтому дней через 20 мы начнем уже их выставлять на публику.